Ну, вот вы посмотрите, какая няша, да? А только что пыталась руку отгрызть. Ну что такое? Что делать? Кровожадная девочка. Это для тех, кто хочет завести такую вот красавицу дома. Не нужно, она кусается очень больно. Сначала вам надо завести очень-очень хорошую реакцию. Потренируйтесь на змеях. Да. И опять спокойная, как удав. Редкий случай. Наверное, уже все. Просить нечего. Все дали. Собак нету. Можно подойти и погладиться дома. Для тех, кто не знает, дома Алиска гладиться вообще не дается. То есть закрытое пространство это для нее табу. Практически всегда. Ну вот сейчас, может, она меня весь день не видела, поэтому. Эп. Понятно. Вот так. Лисяу спит. Вчера наигралась с собаками, со всеми. Ну, собак выпустили, сразу открыла глаза. И я выхожу. О, доброе утро и тебе тоже. О, как дела? Еще сон? Ну, давай, давай, вставай, пойдем. Нас ждут великие дела, Алиса. Ой, доброе утро. Ну, рыбу ты всю съела. Одни косточки остались. Ой, привет, 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 девочка. Ой, ой. Носик. Иди. Не терять. Вот теперь хорошо. Заходи, белый. Макс, из второй миски не есть. Иди сюда. И Макс сюда. Макс не есть из второй миски. Хотя там и нечего есть. Уже все съели. Все, молодцы. Заходите греться. Белый. Уже прикидывается, что вообще спит. Там у тебя вольер есть большой, ты туда пойдешь? Нет. А потрогать тебя можно? А, нет, нельзя. Ну, понятное дело. Если на следующем видео увидите ее на диване, то я бы лично не удивлялся. А вот он замечательный процесс долеживания. То есть утром Алиса встает в 6 утра
если ее, конечно, разбудить. Дальше где-то до 10-11 она прыгает, бегает, ест, перепрятывает свои вещи, вот еду. После этого, соответственно, в часиков 5 до 5 вечера Алиса спит. Ну, это сейчас, в тех погодных условиях, которые есть сейчас. А в 5 часов она стучится ко мне в кабинет и говорит, ну, давай, пускай уже. Я ее пускаю, и вот она уже приходит, и тут она долеживает. То есть у нее такой процесс, ой, что такое, девочка? Вот она долеживает. То есть она не хочет ни есть, ни пить. Она вот на меня ругается, если я ее как-то трогаю. Ой, за хвост нельзя? Ну, что такое? Оккупантка. Но она уже готова даже поиграться. Тому, кому нужен перевод с Лисьего, это она мне говорит, отвали от меня, отойди, сядь на место и не трожь меня, мой диван. Примерно такой перевод. Ладно, я пошел. Вот я отхожу. Чем дальше я отхожу, тем меньше лиса кряхтит и скрипит. А если я сяду вообще на свое место, вот. То все прекратится. То есть сейчас она будет долеживать так от получаса до 2 часов, и после этого готова будет опять идти гулять. Вот такой у Алисы трудный рабочий распорядок. Но это потому, что на улице холодно, а запасаться продуктами ей не нужно. Так что, если бы, наверное, было нужно, был бы распорядок другой. Это тот редкий момент, когда Алиска дома дается кладиться. Либо хочет что-то попросить, я даже не знаю, что. Может, новую шубу или еще что-то. А ты какая? Все-таки тебе очень много женского. Кусаешь гладящую руку. Ай-яй-яй, еще и кормящую. Да вредная. Лисы, они не только красивые, они еще и вредные. Если хочешь остаться целым, надо, чтобы у тебя была хорошая реакция. Да. Значит, ты меня пыталась укусить сейчас только что, а теперь ты еще мне и высказываешь.